И начнем выпуск событий в мире. Комитет Сената США единогласно принял резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В Альянсе заявили, что готовы сделать это в кратчайшие сроки и назвали эти страны идеальными кандидатами. Между тем, в пресс-службе МВД Финляндии сообщили, что власти планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Пока результат окончательно неизвестен, кандидатам еще предстоит договориться с Турцией.